Музей имени Ленина. В этом музее меня принимали пионеры 100 лет назад. Мне было тогда, хер его знает, 3-й класс или 4-й класс школы. Вот в этом музее. На бульваре. А потом здесь, вот на площадке, играли в лапту. И не знали, чем заниматься. И вот девочки придумали, как играть. Что-то вроде... Девочки с одной стороны, мальчики с другой стороны. Друг на друга шли и... Хороводились, короче, вот здесь. Вот на этом месте. Вот тут сейчас вот где дети играют. А вот это музей.